Самбурская доказала, что джентльмены предпочитают блондинок 2.06. 2020. Настасья Самбурская из тех звезд, которые редко экспериментируют с имиджем, уже не первый год она остается одной из известнейших брюнеток российского шоу-бизнеса. И все же недавно она показала, что и в другом имидже может выглядеть не менее эффектно. Апостроф закрывающая круглая скобка точка с запятой закрывающая фигурная скобка. Скандальная актриса опубликовала фото, на котором ее волосы не только изменили длину, но и цвет. Джентльмены предпочитают блондинок, доказано. Мальчики взорвали директ, решила подписать снимок знаменитость. Подписчиков очень впечатлил новый образ Настаси, и они поделились с ней своим мнением. Мать драконов на карантине. Очень круто, красивой бабе всех к лицу, сразу посвежила. Помолодела, пишут самбурской фолловеры. Впрочем, стоит уточнить, что это все же парик, и многие комментаторы это поняли, посоветовав артистке в реальности перекраситься. Отметим, что в новом образе она выглядела очень естественно, и во многом этому способствовало полное отсутствие макияжа. Скорее всего, на такой эксперимент Самбурская решила пойти из-за перемен в личной жизни, звезда рассталась с возлюбленным. При всей своей активности я в первую очередь женщина, мне хочется спокойствия и заботы и при этом заниматься любимым делом, а не с мячом наперевес лезть в бой. Я устала от борьбы. Неужели этим мужчинам, которые самоутверждаются за счет женщины, самим от себя не противно? Рассуждала недавно Настасья. Также не обошлось и без других проблем в жизни Самбурской, она начала активное противостояние с продюсерским центром Виктора Дробыша, которому имеет финансовые претензии.